Сегодня загоняем прошивку в абсолютно новый блок PowerShift. Это Ford Focus 3, объемом 2 литра. Значит, открываем PCM. Так, у нас диалинк адаптер пойдет. Открываем вкладку Ford Focus 3 PowerShift. Включаем питание. Делаем идентификацию. Так, 120 Ом надо, значит. Так, включили 120 Ом. Так, вот смотрите. Версия ПО, ошибка 2231. Это указывает на то, что блок у нас пустой. Сейчас мы зальем в него прошивку. Прошивка залита, выключи зажигание. Теперь делаем, опять же включаем, делаем идентификацию и смотрим версию ПО. Вот идентификация выполнена, теперь вместо ошибки по версии ПО пишет вот версия ПО